Всем привет, дорогие друзья, с вами Таски, и у нас сегодня наконец-то серия по Форзе, потому что было, по-моему, 10 видосиков по МТА. И у нас сегодня тут BMW M2, мы будем сегодня проходить, я видел, что добавили что-то там связанное с Топ Гиром, поэтому будем это сегодня проходить. Супер крутая M2, не знаю, почему я в последнее время влюбился в M2, я, кстати, забыл выключить кондиционер. Все, я его выключил, чтобы вам ничего не мешало. Офигенная тачка, давайте-ка пойдем. Это, по-моему, компетишн сразу, типа я наборчик есть. Я не знаю, мне вообще все равно, я просто катаюсь на ней. Я сегодня хочу, короче, доехать до этого, до этой точки и начать проходить миссии Топ Гир. Давайте-ка я лучше возьму Мерседес, короче. Мне выпал из кейсов очень-очень-очень редкий Мерседес. Это Ешка 63 212 кузове рестайлинг. Я хочу сегодня доехать, я поставил на нее задний привод, не убивайте меня сразу. А, кстати, по-моему, они, в принципе, все полноприводные. Я не знаю, если есть задний привод, но все же. Вот очень красивая машина, я очень сильно люблю Ешку 63, поэтому давайте-ка мы поедем до этой точки. Надеюсь, все получится, если нет, то я не знаю, что сделаю. Кстати, тут еще добавили Лего режим какой-то, но у меня нету этого, как называется, этого дополнения, поэтому мы не будем его проходить. Стоп, а где Топ Гир, кстати, что, простите, вот. Я аж такой слепой, давайте-ка поедем. Что у нас тут есть, центр сообщения, может быть, дали какие-нибудь виллспин, нет, выплата за тюнинг. У меня 5 лямов 800, у меня постоянно прибавляются бабки. И что у меня тут? У меня тут 720... Давайте-ка мы лучше поедем, не буду больше комментировать. А, у меня, кстати, ладно, я хотел сказать то, что у меня на мониторе сейчас фотка с этим Мерседесом, но тут Цешка. Давайте-ка будем просто дрифтить до этого места, даже если это, по сути, полноприводный седан большой, но у меня тут задний привод, поэтому давай. Мне, кстати, просили еще показывать автора дрифта, настроек на дрифт на моей M5-60, поэтому, блин, потом покажу, короче, в конце серии где-то. Или напишу в описании, я не знаю, короче, буду искать. И сейчас мы будем просто гонять пока что до точки 6 километров, это не так уж много. Я могу сразу вообще телепортироваться, но я просто очень долгое время, короче, я не гонял в Форзе. Поэтому хочу сейчас просто почувствовать эту управляемость наконец-то. Плохо зашел, конечно, но все же. Короче, скиллуха моего мастера дрифта уже уходит, потому что я реально не практикуюсь. Раньше я каждый день практически играл, ставил себе музыку на Что у меня тут с геймпадом? Ставил себе музыку на второй монитор, то есть на ноутбук, а на второй монитор я как раз-таки играл в Форзу. А сейчас что-то так себе идет. Давайте-ка мы пройдем этот кружочек в дрифте, если получится. Я не знаю, какая тут передача рабочая. Тут третья что-то так себе идет. Ладно, четвертая попробуем. Ну, короче, третья тут не дотягивает, а четвертая слишком сильно дотягивает, короче. Не знаю, как это работает, но давайте-ка будем вот так вот делать. И сейчас выйдем из дрифта. Я знаю, кстати, многим нравится, как я дрифчу, именно все сами видосы, где есть этот дрифт, потому что многие ютуберы, которые играют, они не умеют дрифтить, они просто, ну, дрифтят, ну, так, знаете, вот так вот только, вот так вот. Это вообще некрасиво, я люблю дрифтить там больше, чтобы было красиво, а не больше очков. Давайте-ка доедем, еще чуть-чуть километров тут осталось, поэтому не будем больше дрифтить столько, будем ехать быстренько. Мне, кстати, реально очень сильно, вот, многие знают то, что я фанат BMW, 270 максималкой, но это даже в реальности, наверное, больше у него максималочка, да ладно. Тут такой чип на задний привод. И, короче, многие знают то, что я фанат дикий BMW, но при этом мне очень сильно нравится, не меньше вообще-то, мне нравится Mercedes. Поэтому Ешка 63 и Цешка 204 кузове это одни из моих любимых тачек. Поэтому я очень сильно люблю и кайфую, когда еду с этим Мерсиком. Давай, дрифт. Не успел, потому что я хотел... Короче, зайти более правильно, но не получилось. Окей, ладно. Давайте-ка будем ехать 400 метров. И все, пацаны, будем уже прощаться с Ешкой на сегодня. Будем уже тестить новые тачки. Я, кстати, играю без звука, поэтому... Сорян. Я не смогу там что-то слушать и что-то из этого. Хотя... Точно, тут же добавили GT63. Кстати, я бы хотел CCD, чтобы добавили, но... Начинаем, короче, Топ Гир. Заходим в одиночная игра и смотрим, что тут происходит. Я, короче, зашел вчера, чтобы посмотреть, если это не платные дополнения. Потому что если бы это было платное, я бы даже не играл смена времени года. Чё? А зачем? Типа лето должно быть, я не знаю, для зацепа где-то. Что?
Топ Гир, ну да, и что? Скажите, пожалуйста, что это не платное обновление, потому что если это платное, то это фейл. И чё? А, это лето, и что это? Лотус и лис, вроде бы. Я видел, по-моему, только первую миссию где-то. А это еще первый лотус и лис, да ладно, офигеть. Что это за модификация лотус и лис, это какой год вообще? 99-й был уже лотус и лис, чё? А, реально можно проходить миссии, кстати, ой, я забыл. Да ладно, не... Параметры сложности нельзя менять, а у меня этот, коробка, короче, передачи обычная, ой. Сейчас обычная. А, нельзя снижать скорость или что? В смысле? А, не меньше, чем 145 км в час, ладно. Давайте, пацаны, у меня сейчас, короче, сейчас не автоматическая коробка передач, поэтому давай, едь! Едь, Васа! Ара, еды! Чё ты делаешь мне тут, Васа? Тинес Фэмэ Лотус, давай посмотрим салончик. Ну, блин, прикольная тачка для 99-го года, я напоминаю. Но в реальности 99-й, блин, она такая старая выглядит, кстати, как будто, не знаю, какие-нибудь 80-е, я не знаю. Но она прям очень старая выглядит, но... Я раньше очень сильно был фанатом Лотуса и Лис из Need for Speed Most Wanted, я не знаю, почему очень сильно любил эту тачку. Ну а потом что-то я говорю прям очень часто, что-то, ну да ладно. Я начал уже, любовь к этой тачке начала уходить и все. Она, кстати, дрифтит, а я люблю дрифтить, поэтому сейчас, пацаны, будет мясо. А, нам нужно еще по времени доехать. А можно было, кстати, по прямой вообще доехать. О, кстати, можно дрифтить. Пацаны, дрифт не отменяется, потому что я на самом деле хотел устроить дрифт-серию, потому что я не умею гонять по прямой, то есть... Я вроде бы умею гонять по прямой, а вроде бы и не очень, потому что, ну, я могу вот так вот заходить, знаете, как на Формуле 1, вот так вот выбирать траекторию, но больше всего у меня в душе это дрифт, поэтому дрифт это круто, дрифт это класс, кто не согласен, тот ананас. Давайте дрифтим. Нет! Что ты наделал, долбанный ты дрифт, зачем? Нет. Реально первое испытание не сумел. Ладно, выход. Сейчас, пацаны. Просто мне нужно сменить передачи, именно поставить обычную коробку, потому что это жесть. Стоп, у меня, по-моему, даже перемотка включена, я ее не включил. Вот я даун. Вот я тупой. Ладно, сейчас все будет, сказал. Не ссыте, пацаны. В матерям еще нужно что? Сейчас буду вспоминать лозунги. Ну да, у меня включена перемотка, я взял, короче, вышел. Вот я тупой. И коробка передач автоматическая, и сейчас будет прям реальное мясо, я думаю. Я надеюсь, и у меня уже реально рот болит, уже столько разговаривать, сколько можно, таски, успокойся, уже сколько можно. Успокойся уже. Лего, круто. Кстати, я поиграл, но не знаю. Это очень интересно, но... Ну такое, конечно. Почему деревья не из Лего? В чем прикол? Короче, я до этого записывал серийку по МТА, именно не по МТА, а там ностальгия, там фоточки, все это. Поэтому мне сейчас реально болит рот уже столько разговаривать. Короче, сейчас будет мясо, я сейчас пальцы себе чуть помну, у меня все трескаются. Что очень интересное лето, конечно, сижу только дома. Ну и не только дома, конечно, но все же. Lotus Elise 99-го года. Давайте-ка поедем, пацаны, и будем... Делать что-то, хотя бы мясо, попробуем. 149, да? 145 км в час, то есть я уже ошибся, конечно, но все же. Едем. Сейчас будет намного легче, потому что у меня коробка наконец-то автоматическая, я не буду переключать, как дебилоид, как до этого было. Заходим в поворотик, держим скорость меньше, заходим, быстро, набираем, чтобы не было 140, 100 и меньше. Меньше, короче, чем 145, все, вы поняли. И пробуем. А, кстати, мы же тут в Англии живем, конечно же. Давайте-ка так. Интересно, потому что это Топ Гир, типа, это английская передача, типа, это Топ Гир, и это Англия. Значит, тут будут только всякие английские марки или что тут? Будут только всякие Jaguar, Rolls-Royce, я не знаю, там, Lotus. Какие тут еще есть английские марки? Что-то я сейчас обосрусь, мне кажется, или все окей. Так вот. Тут всякие, какие еще есть там, мини, раньше была английская, сейчас больше немецкая, потому что BMW ее выкупили еще давненько на самом-то деле, но все же, что у нее очень плохое управление, могу так сказать, она прям
Прям ее очень сильно сносит. Ну, потому что я гоняю, блин, как дебилоид на такой скорости, на такой... На таких поворотах, но все же. Я попробую хотя бы выполнить эту миссию. И у нас еще одна минута, чтобы ехать быстренько. А, у нас еще 30 секунд, чтобы доехать... Что? В смысле одна минута? Чё? А почему так мало? 4 километра за 10 секунд? Чё? А может быть нужно было как-то по-другому ее это сделать, не? Не, просто мне кажется, это очень странно. 3 километра за столько... Что? Чё за бред? Почему я не могу на 3 звезды выполнить? А, 3 минуты. А, тогда легко, тогда 2 звезды, 3 минуты. Ну, на самом-то деле я не гоняюсь за звездами тут, потому что я гонялся за звездами достаточно уже на дрифт-соревнованиях, потому что на дрифт-соревнованиях у меня все на 3 звезды, кроме одного там, где я... Ford Focus этого, как его зовут, Ken Block, короче, там я только 2 звезды, потому что вообще невозможно дрифтить на этой машине, я ее ненавижу. Но все же дрифтит Ken Block в реальности на нем очень даже хорошо на этом Форде, но я в Форде вообще не могу этим управлять и считаю, что это говнище полное. Интересно, что будет даже дальше, если будут, там написано, что было, есть там 7 глав, я не знаю, если пройдем все за одну серийку, может быть за 2, поэтому сейчас увидим все. 500 метров нам осталось, давайте-ка поедем, 300 метров, 267, 200, 180, 160, 80, 40, все. Глава завершена. Ой, я устал уже разговаривать, хватит таски разговаривать, помолчи, пожалуйста. Ну да, 2 звезды, ну да. Что же нам дадут за это? Мне очень даже интересно, это продолжаем. Что это за танец? У меня не такой танец, что вы издеваетесь? Для кого я выбивал Деб? Деб это круто, Деб это класс. Тот, кто не согласен, тот носит Adidas. 35 тысяч влияния, ну окей, я понял, понял. Давайте дальше, пожалуйста, пожалуйста, я понимаю. Кстати, я делал розыгрыш в МТА, и почему-то у меня 2 дизлайка. Что за бред, почему? Я беру, дарю тачки людям на полублатах, они берут и ставят мне дизлайки. Что, не уже плохо? Это нормально? 140 не предел? Что? Сейчас будет какое-то говно, очень малосильное, поэтому 140 будет километров в час или 300 километров в час, именно 140 миль. БМВ? Серьезно? БМВ будет? Вот так вот уже лучше. Это еще М1М, то есть. 1М, кстати, вот, я не знаю, какой мне... Паркуйтесь с точки назначения, в смысле? А, без урона? Вот BMW 1M мне реально нравится, прям очень классная тачка. Какого она года? 2008? 11-го. Я хотел сказать, кстати, 11-й год, подумал, типа, что-то слишком много для 11-го. А почему не только одна труба? А, 4, ну, блин. Достаточно красивая, кстати, BMW 1M. И это, кстати, получается 1M, это получается, что M2 это есть 1M. Да. Это тоже 140 нельзя? В смысле? А что у нее с управлением? Почему она дрифтит? Эй, чё у неё с управлением? Почему-то... Точка не превышая лимит повреждений. А, ну... А, тут только лимит. А, ну окей. 7 километров. Я, кстати, боюсь, что я его просто её ударю, но... Не, я же уже говорил... Блин, 4 минуты, чё так долго? Короче, я очень сильно... Мне нравится, короче, эта машина. Эта тачка моя любимая, одного моего друга. И очень сильно он кайфует от этой машины. Не знаю, вроде бы прикольно. Это как М2, только более поздняя версия. Что ли? Что ты творишь? Мать, успокойся. Я не знаю, если я доеду, конечно, но... Оно... Ну, наверное, да, короче. Я не знаю, что уже говорить, просто меня носит постоянно как говно на этой тачке, поэтому я не знаю, что еще говорить. Реально ее прям очень дико носит, она хочет постоянно дрифтить и дрифтить, дрифтить и дрифтить. Кстати, я реально заметил, что я слишком много, прям очень много разговариваю в видосиках, хотя есть многие ютуберы, которые я смотрел, там у них по 2000-3000 подписчиков, да, километров, конечно. И они прям очень мало разговаривают в видосиках, там просто стоят такие молчат. Поворот. Я поворачиваю. Все, я уже прошел поворот, я еду вперед. И вот так вот весь видос, короче, он просто сидит и молчит, у него по 3500 подписчиков, или по 5000 есть, короче. Я не понимаю, почему у меня только 400, а, пацаны? А ну давайте до 500 добиваем, а то сейчас всех накажу, поняли, все.
Я буду больше выпускать видосиков, чтобы вы наслаждались моими идеальными видосиками до этого, конечно. Я, кстати, еще обижен то, что... Какого фига вообще? Я продал гелик, купил себе М5 F90. У меня там 140 где-то просмотров. Я продал М5 F90, купил себе BMW X5M. У меня 170 где-то просмотров, даже 200 почти. Какого фига? Почему так произошло? Почему у меня так мало просмотров на М5 F90 продажи, на продаже гелика? То есть именно на продаже гелика именно у меня мало... Но при этом, когда я продал этот М5 F90, у меня так много. То есть, в чем прикол, как это работает, я не знаю. Давайте дрифт. Я хочу дрифт. Дрифти, тварь. Почему по прямой она дрифтит, но здесь... О, держи. Давай, перекладочка. Ага, фига. Ей, короче, не хватает мощности что-то, хотя, не знаю. Ну, блин, прикольная эмочка, но она не настоящая эм. Я думаю, кстати, она очень даже неликвидная. О, кифар сзади, уф. Очень неликвидная машина, но я еще не знаю, я же не катался на ней, поэтому... У меня есть идея, кстати. Давайте-ка сделаем скринчик сейчас. Вот так вот, вот так вот, вот так. Вот! Сейчас будем делать скрины, пацаны. Вот так вот сделаем. И примерно вот такой вот скринчик, я не знаю. Я не знаю, как его еще сделать более красивым. Вот таким вот, наверное. Вот. Где-то вот так вот. Или вот. Вот примерно вот так вот, чтобы поместилась еще превьюшка. Вот так. Да. Все. Кстати... Кто хочет, чтобы я сделал, не знаю, там, серийку по тому, как нужно делать скрины, как нужно делать видосики, всякие монтажки, то можете написать в комментариях, я с удовольствием это запишу, потому что я до этого жаловался, что у меня нету контента ни в МТА, нет контента, ни в Форзе нигде нету, поэтому я что-то подумал, что на самом-то деле очень даже есть на сейчас, поэтому... Пацаны, уже 17 минут я записываю, 17 минут. Я, наверное, сегодня не буду все проходить, потому что это жесть. Да, выйти. И сейчас давайте буду держать угол пока что, чтобы не потеряться. И зайду на финиш. В смысле? А, припарковаться, типа остановиться вот так вот. Чё, почему? Что у него за странное управление, я не понимаю. 17 минут, значит, пройдем сегодня только 3 или 4. Ну, ладно, 4 пройдем, а в следующей серии еще 3, окей? Окей. Что за... Что это за дичь? Что это за дичь вообще? Это трактор? Что это? Не, у меня прям горло уже болит. И челюсть. Ну и чё? Ну и чё? Если кто-то знает, есть такой видосик, по-моему, Ивангай, я знаю, помню из мемасиков всяких, когда он говорит, ну и чё? И вот и то же самое. Что это за дичь? Пацаны, что это вообще? Не, ну прикольная, кстати, очень даже детализированная, прикольная. Мне нравится, короче, когда... Что? 100... 4 километра Что? В смысле 140 километров в час? А, реально? Окей, я не против. Короче, есть такая штука, что... Короче, все тачки, которые добавляли из Forza Horizon 3 в 4, из 2 в 3, из 3 в 4... И не изменяли практически ничего, то эти тачки, они очень даже некачественные, могу так сказать. И поэтому, когда они добавляют новые тачки, они прям выглядят прям на уровень выше, чем те, которые раньше были. Вот то же самое, например, если взять BMW, к примеру, M2, и взять какой-нибудь 1M. Посмотрите на качество M2, как она выглядит просто вся офигенно, как-то она перламутровая какая-то, непонятная, красивая. И посмотрите на качество 1М, которая была еще в 3-й Форзе, во 2-й. Вы видите очень большую разницу. Почему-то у меня максималка 200, только чё? Почему-то она выглядит, мне кажется, то, что у нее максималка 500 на самом-то деле. Это для драгрейсинга, но все же. Если тут 199, только 200 даже. Гася, на тракторе 200 едем. Отступитесь отсюда. Едет Василий, братья. Спойлер, там все, что есть. 200 километров. У меня уже голова болит. Сейчас, пацаны. Выпить чуть водички. Ой, ужас. Надеюсь, это 3 звезды. Сейчас. Ужас. Как же тяжело быть видеоблогером. Ну, все же это я сам выбрал, поэтому давай дальше. Точно сказал. Сейчас будет 5 лямов 900. И давайте-ка еще, наверное, сейчас посмотрим, сколько у меня уже минут осталось. У меня уже 20 минут. Короче, это последнее, что мы будем сегодня записывать.
То есть, что? Проверка 25 дешевых кейсов у видосику Булкина. Все, пацаны, зля... только ради этого беру и заканчиваю серию. Что, продолжить? Окей. Окей. Что есть более интересное? Аустин, я фу. Уходящий в детство, это души. Полдень в Эдинбурге пытается перегнать... Что? Ну, то, что... 200 тысяч очков. Я хочу. Что это? Что это? На Остин, это какое это? Это говно, которое старое, типа, Остин, я забыл, как здесь называется. Именно это зеленое, которое каприк, этот старинный просто. Это мини-купер. Пожалуйста. Если это дрифт, то это уже хорошо. Но, блин, я не смогу дрифтить на этом. Вы издеваетесь. Давай. А, мне интересно, что будет. Просто 200 тысяч очков, да изи вообще. Ну. Ну. Ну, я жду. Ну и что? Ну и что дальше? Ну, может, вы уже пройдем? Не? О, давай, все, так. Мини Купер С, да, Остин Купер С. Это типа как спешите к цели. А, еще, что у него с управлением? Почему он так быстро едет? Что мне нужно сделать? Просто спешите к цели и не собрать ничего? Или там же было написано 200 тысяч очков. Ладно, окей. Будем просто пока что спешить к цели и увидим, что произойдет. 10 минут. 10 минут? Зачем я это выбрал? В смысле? Реально нужно 200 тысяч очков, что ли, собрать? Ну ладно. Я-то не против, конечно. Мне кажется, нужно прям реально за 9 минут собрать столько очков. Но я пока что буду вот так вот дрифтить, прикалываться. Это еще задний привод, поэтому, блин, ну такое. Был бы еще... Так, стоп, что-то у меня уже отключается мозг, я начинаю все меньше комментировать. А ну-ка быстро давай, тайски вернись на место и давай-ка будем делать сейчас 200 тысяч очков, если получится. У меня сейчас будет только 40, давай, дрифти, я сказал, не ударяйся ни во что. Давай, дрифти, я сказал. Не, просто, может быть, я делаю неправильно на самом-то деле, но мне как-то до одного места. Давайте-ка будем 200 тысяч очков делать. Давай, 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 360. И едем дальше. Уф, да тут было круто, кстати. Вот прям очень круто было. Будем просто все ломать сейчас вот так. Вот опять же 300... Это значит полный привод, чё? Не, ну прикольная штучка, кстати. Мне нравится такая штучка просто. Зажигалочка, могу так сказать. Стоп, 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 стоп. Сейчас, чтобы не потерять все очки об этот бордюр. Будем просто... О, кстати, поле. Поле, поле, давай-ка дрифтить. Поле, поле. А тут не даются очки, по-моему, за это. Ну ладно. Не. А почему 118? Я хочу больше. О, сейчас откроем еще велоспинчик. Давай, давай. Призывай игра. Давай, дрифти. Сзади. Вот так. И еще дрифтик, дрифтик, дрифтик. Давай. Вот здесь нужно прям очень много крутиться. Потому что я думаю, 9 минут это для того, чтобы собрать 200 тысяч очков. А если нет, то я такой тупорылый. Стоп. А, это пункт назначения. Там еще не написано контрольная точка. Поэтому давайте-ка будем сейчас дрифтить, дрифтить, дрифти, я сказал. Дрифти, вот так. Сейчас вот так вот. 360 делаем. Едем дальше. Давай, 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 давай. Не, просто я шарю в дрифте, поэтому я могу говорить, когда будет 360, когда нет. Вот я могу сейчас, например, вот еду, 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 еду. Я сейчас не буду делать. А потом вот перекладочка попробую. Давай, 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 давай. Все же полный привод. О, сейчас будем сбивать все это. Будет много очков. Давай, давай. Опч. Один. Два. Я испугался сейчас. Я реально сейчас испугался, кстати, что я сейчас собью все. Давай, два. А, по-моему, что достаточно, кстати. Нет, не, какой достаточно. Сейчас хотя бы 20 тысяч соберем. Давай, 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 давай. Не, я сейчас неправильно 360 сделал, потому что такая фишка как в форте, когда ты нажимаешь назад, но при этом ты... Как будто ты и так катишься, а назад ты нажимаешь на... Чтобы ехать еще сильнее назад, то у тебя получается, что машина просто едет... то есть тормозит, то есть... Ну, так это работает, поэтому это очень, очень криво. Давайте. Я надеюсь, я не офукался. Что офукался? Поэтому у меня сейчас провалится все. Давай, 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 едь. Едь, я сказал. Давай еще, еще, ну, ладно, еще 10. Что 10? 10 тысяч. Сейчас бы еще 10, десятку собрать. А, ну, по-моему, мы тогда 140 собрали. Сейчас еще сотку с чем-то, поэтому... Я надеюсь сейчас. Я прям очень сильно надеюсь, что 220 тысяч очков, поэтому... Цель 9.20. Именно что? Доехать ровно в 9.20? Или я не понимаю, что? Они не объясняют нормально. Там же было написано 220 тысяч очков. Давай, 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 давай. Еее! А прикиньте, сейчас ничего не будет, и я просто обосрался вот так вот. И чё?
Я реально угадал? И чё? И чё? Ну, у нас уже 25 минут серии, поэтому заканчиваем, пацаны. И чё? И чё дальше? Да ладно, мы только сейчас будем делать? Вот я даун! Вот я даун! Что я наделал? Я думал, до этого нужно было... Просто взял и потратил все время серийки. Что нужно? Наберите 50 тысяч очков за технику именно. Ну, окей. Понятно. Но это не так уж и тяжело, на самом деле. Нужно просто вот так вот творить всякую дичь. Делать всякие перевороты. Все это. Давайте ломаем все и потом будем прыгать. Да-да-да. Мне уже плохо стало, кстати. У меня плохо, пацаны. Давай-давай. Прыжок. Опа. Да! Получилось. Круто. Реально круто. Давай, дрифти. В смысле, а почему только 12 тысяч? Я вроде бы больше сделал, чем нужно было. Ну ладно, окей. Давай, дрифти. Сейчас еще ручничок тянем, чтобы он подумал, что это дрифт на ручнике. Ну давай. Сейчас будем еще тут гонять чуть-чуть. Блин, ну это очень тяжело тут именно. Даже по городу легче набрать столько очков. Я не знаю, в чем прикол, в чем причина. Ну да ладно, давай. Не, ну я смогу, наверное, за это время еще, кстати, за минуту еще 20 минут. А, за минуту 20 минут. Хорошо, объяснил, конечно. Как я мог подумать, то, что нужно было до этого сделать? Это что? Я сбил! Блин! Вот я добилчик. Добилчик, сейчас вы говорите, добилчик в 2019-м. Такое. Давай, дрифти. Дрифти еще один раз. Я буду просто здесь вот так вот дрифтить. Пока что на полном приводе, да, на мини-купере на полном приводе буду дрифтить. Это реально полный привод, что ли? Да, этот полный привод, прям видно по нему. Поэтому, пацаны, я думаю, все получится. У нас еще 50 секунд. Давай. Фух, как же потно все тут. Я прям мокрый, понимаете, из-за этого. Давай, еще прогрев решим. Прогрев решим, я хорошо, конечно, сказал. И давайте-ка дрифти. 360, да, вот так вот. Едем дальше. Еще поворотик, дрифтим, и сейчас будет жесть. Просто смотрите, что сейчас будет. Ничего не было, конечно, но окей. Не сбивайся. Вот. А почему за удар ничего не дают? Почему за то, что я, в принципе, прыгнул только 500? Я же прыгнул. Ёкарный бай. Боже, у меня сейчас челюсть отвалится, пацаны. У меня реально сейчас отвалится челюсть. Что так мало времени? В смысле так мало? В смысле, ты что? Да почему? И сколько мне дали? 132 тысячи, блин. Ну ладно, я мог сделать больше, но... Короче, пацаны, в следующей серийке сделаем больше, потому что очень сильно устал. Продолжим. Все. Пацаны, давайте-ка сейчас покажу в конце, типа, какие у меня настройки на BMW M5.60, я думаю, и все достаточно, потому что вы сами устали. Я думаю, вы даже не посмотрите до этого момента, но, возможно, кому-то и это интересно. Ну что, многие ждали Forza, сейчас откроем еще велосипед. Что за Мерсед? Что-то? Что? Там была Ешка, что ли, новая? Это что за Мерседес сейчас был оффроуд? Там, походу, реально... Оу, какая красивая Ешка. Я не могу даже. Давайте-ка откроем один велоспинчик интересненький. И, наверное, сейчас выпадет самое крутое, что у нас есть вообще, в принципе. А ну, вы что, есть что-то зеленое там? Какая-то тачка зеленая... то есть, золотая, не смогу... Это что за бред? Ладно. Заходим в тюнинг-машину, по-моему. Нет, мои машины... Нет, короче... Вторая официальная фестиваль. Сейчас вам покажу настройки BMW 560 и закончим на это наконец-то, потому что весь сижу тут потный весь. Мне прям жарко, понимаете, за всего этого, что здесь произошло. Кстати, вот реально прикольное обновление, но я бы хотел посмотреть трейлер, как там играется, потому что не хочу платить бабки за какой-то бред. Сейчас все будет, потому что я умираю. Я уже умираю, пацаны. Просто помогите мне, помогите. И заходим в модификации тюнинг. Мои тюнинги. Это что сейчас у нас? Полный привод должен быть на дрифт. Нет. Вот этот, короче, вот этот Easy Drift называется. Создатели это от OTF Joy.
И вот эти вот примерно параметры. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, всем удачи и, наверное, пока-пока, потому что я уже не могу дальше делать серийку. Это моя BMW, это мясо, это топчик. Все, всем пока-пока, еще один раз пока.